Сцена, которая будет перемещаться в течение дня по Невскому проспекту, делать остановки. И там тоже прохожие и любители смогут наслаждаться замечательной музыкой. В 2 часа на площади Островского, потом в створе Итальянской и... где? Около Дома радио, короче говоря. Потом на Малой Конюшенной и в 5 часов в Александровском саду. И заключительный концерт опять здесь в 8 часов. Но и в течение всего дня музыка великого композитора будет звучать здесь, с этих импровизированных подмостков. И прямо сейчас я с превеликим удовольствием приглашаю на эту сцену уже готовых подарить нам волшебные мгновения артистов, а именно замечательный ансамбль солисты Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России, профессора, ректора Петербургской консерватории Михаила Гантворга. Приветствуйте, пожалуйста. В их исполнении для нас с вами прозвучат дивертисмент фа-мажор, концерт для скрипки с оркестром номер 5 и дивертисмент ре-мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Наслаждайтесь! Thank you.
Thank you.